Так, всем привет еще раз. Продолжаем очередной сейв. Тоже Джебус. Играем с Кингером. Вот у нас был респ. Мы вышли. Сейчас мы заняли центр. Так. Так. Ну, здесь оппонент. Оппонент стоит на разгоне. Я думаю, что мы сейчас будем на него нападать и убивать. Так. Привет всем, кто подходит. Почему на ГГ постоянно лагает? Попробуй с Твича смотреть, потому что идет трансляция на Твиче, а ретрансляция идет на Good Game. Так, ну продолжаем. Так. Смотрим, достаем ли мы. Ну, мы не будем вот так вот в обход идти. Я думаю, мы легко достанем. Так. Можно построить виверн. 46 и здесь. Здесь у нас на всякий случай есть книга земли. Здесь у нас нейтральный респ. У нас нет ничего, кроме одного улья. По армии мы впереди. Да, на Твиче все норм. Спасибо. Хорошо. Приятного просмотра. Так. У нас еще золотой лук есть, насколько я помню.
Блин. Жестко. Так. Мы, наверное, не успеем собрать. Немножко по-другому сделаем. Мы сейчас сначала лучше на него нападем. На ГО. Так. Вот три дракона. В принципе. Так. Комкожа нету, к сожалению. Блин, вот хат делал, не делал, все равно 10-я скорость, не 11-я. Зато четко сыграно, неплохо. Так. Будем надеяться, что нет плюс скорости, и мы его убьем. Да, плюс скорости у него нет, 9 маны. Сапожечки. Угу. Галтрана мы убили. Дальше мы ни на кого не нападем. А сохранялся на случай дисконнекта. Мало ли, я вот имею привычку просто перед каким-нибудь таким боем серьезным
Ну, как серьезным? Просто сделать сохранение на всякий пожарный. Никогда не помешает, ребят. Вот никогда. Привычка уже, можно сказать. Ну, да, это та партия с Кингером, где я нападаю на него. Напал. Здесь возьмем на всякий случай лучников на отжор. Гогов. Сплетанем Виверн. Сейчас вот эту заберем. Нормально, я даже перебиваться не буду. Аделаида с поиском пути. Заберем. Переоденемся. Не знаю, надо ли переодеваться. Так. Угу. А, вот сапоги такие, наверное, надо одеть. У него, в принципе, пятая сила, как бы не сильно боимся. Ну, сейчас мы где-нибудь утопу начнем поедать, Верн заградим. Если он, ну, не издастся еще. Не вижу, правда, ему смысла тут особого что-то думать, сопротивляться как-то, но... Сколько там, интересно, скелетов? Ну, мы по силе армии осмотрел первые... Гашана убили. Вперед не побежали, там не знаю, где Клавиус. Может, возможно, он там вообще где-то в глубине респа. Что-то еще собирает. Так, здесь архангелы. Какой-то мусор там охраняют. У нас центр так вот. Как бы не сильно большой. То есть тут ГО и здесь. Еще там что-то. Ну, мы сейчас возьмем улей. Возьмем еще утопу. Может быть, даже дойдем до вот этой. Может быть, получим какой-то контроль. Маны много. Маны много, параметры нормальные. У нас еще здесь где-то гильдия пятая по плану должна быть. Но что-то на нее пока не хватает. Ресурсов что-то никаких не вижу. Thank you.
Вот хороший герой, сейчас еще интеллект заэкспертили, так вообще. Надо, нам еще остается нападение поймать еще, и будет вообще полный комплект. Нам еще надо ртути, я не знаю, на что лучше, на грейд потратить ртуть или на гильдию магов. Так, нам срочно нужна ртуть. Вот ртуть есть халявная. Вот ртуть халявная. Вот кристаллы халявные. Надо сюда героя заслать сейчас. Уволим. Ну, фритов, что ли, султанов на кристаллы бить? Ну, как-то я... Не готов. Так, вот здесь кристаллы есть. Тут драться с кем-то надо. Может, рынки построить, поменять там что-то еще. Ну, свитков нету особо. Нет причины строить там какие-то гильдии. Кстати, я что-то за это немножко затупил. Надо было на нычку кого-то поставить. Этого героя. Чтобы все скупить. Это скупить. Минотавры. У Гундулы грамотность пригодилась, всю магию переучили. Сейчас запустим вперед. Ну, если он сейчас на своем респе как тварина не найдет кучу утоп. Книга земли как-то ее подрубить бы надо. Не забыть про Red Rush. Хорошо, что напомнили. Так, Гундулу сначала отправим сюда. Так. О, Айслин. Итак, поскольку у нас хорошие планы,
Так. Сюда пробежаться, может быть. Так. Минотавры убежали. Бедняги. Так, подвис. Что с опом там? Оп, не знаю, где-то там бегает у себя на респе. Что-то там пытается сделать. Нам, я вот тут подумал, что неплохо было бы мидца подвести. Которое почему-то зависло в пути. Оно же шло, но почему-то зависло. Вместе с всякими гномиками. Я ж не знаю. Попробуем так взять. Ну, кстати, у топа троечка. Ну ладно. Я думаю, легко сломаем. Ага, легко. Так. Кто-то сейчас получит. Поэтому ангел. Я думаю, что сейчас полетят ангелы, поэтому надо их как-то увести в безопасное место. Сейчас полетят сюда. Может быть, их ударить. Наверное, зря их делил пополам. Блин, они живут еще. Ангел там прям на соплях, надо его подлечить. Немножко полегло, верно, но... О, вот и книга земли. Спасибо за внимание. Так. Есть ли смысл туда бежать?
Вот это крутая Пандора, надо ее, наверное, добрать. Или как-то доползти сюда, что ли, уж. Пробежимся пока, наверное, по дороге. Посмотрим. А, у нас же есть еще вот такая чудо-магия. Ага, здесь у нас есть еще что пособирать. Наверное, туда надо пробраться. Так. Она все так посмотрела на меня, что хоть я и был в транзе, но почувствовал, кто-то с небес бросил мне спасательный круг. Да. С того дня она стала потихоньку возвращать меня к жизни. Да. Но это я у тебя. Не нужно. Ну, а ты приедешь? Ты же с другой планеты. Как-то все на это, на автобои. Так. Вот. Пропускаем. Что было? Сколько котов? Котов здесь было? Смысл есть, что это брать? Я думаю, что не особо. Не дошли до тюрьмы, хотел ее открыть. Да ладно. Шикарная утопка. Да, утопа вообще по красоте зашла. То есть я уже все одет на все. Книга земли. Надо сейчас пятую гильдию поставить. Вроде оппонент видел, что у меня есть, но почему-то не сдается. Ну, видимо, что-то знает. Таделаида с логой. Сейчас замок захватим. Сейчас замок захватим, ну и тут уже будем маневрировать. Налево ГО, вниз замок. Хотя кроме этого топы, кроме этой игры еще та печаль с Гунаром еще остается. Нет, у меня еще есть сейф с Таганашем.
Сейф Таганашем есть и две игры не начаты с Хаосом и с Нитро. А с Гунаром я, наверное, не буду играть, я, наверное, там просто сдамся, да и все. Я слишком ценю свое время для такой катки. Я ее, ну, не сдамся сейчас, то есть я, если она будет что-то решать для выхода, я ее буду возить, конечно, до последнего. А так, две игры у меня будет сыграны к сроку, то есть у меня одна игра с Dark 30 и вот эта вот игра. Вот эта вот игра, я надеюсь, тоже сегодня будет сыграна, потому что Гунар у нас первое место выйдет. Не знаю, возможно, но если он у Нитро выиграет, то да. Если Нитро выиграет, то Нитро, возможно, с первого места выйдет. У него тоже там все победы. У них там решающее будет, но я попытаюсь еще там вмешаться в эту гонку. Мне еще с Хаосом так-то надо сыграть. Тоже не самый простой будет соперник. Гундулу мне сейчас, конечно же, уберут. Но я не знаю, чего ему делать здесь, в этой партии. У него ни параметров нет, ничего. У меня тут каждый ход уже у топы. Мне еще нужно дверь измерений найти для полного кайфа. И все соберу потихонечку. Коробочка. Ну, не хватило чуть напасть. Можно было попробовать убить. Пять стрелок кинуть, но не получилось бы. Это надо спасти Гундулу обязательно, потому что шкаляр. Кирь пришла. Мне будут найти с экспертной землей бы здесь героя, мага какого-нибудь хорошего, таун-портальщика. Было бы вообще классно. Крылышки бы. Может быть, если как-то ГО пробить, вот это, потом перелететь. Но это уже потом, я не знаю, мне сейчас важно просто да, этот, спокойненько доесть утопки. Выйти он далеко не выйдет отсюда. Вылететь может. Какой-нибудь там ДД сделать, если, на, если есть на респе. Кстати, дьяволы, интересно, что охраняют 2049 дьяволов. Это либо ГО, либо что-то действительно охрана какая-то, чего-то. Пандоры, может быть. Ну, 2049 дьявол, это очень крутая Пандора, если Пандора. Thank you.
Значит, оппонент, наверное, где-то там в утопах лазит, по-любому. Что по срокам, любимчик, успеваешь? А, привет, я сегодня игру уже одну выиграл, и сейчас вот эту, если доиграю, все нормально, меня оставят в турнире. Не выкинут. Я думаю, параллельно можно уже картонки запускать, потому что что тут играть-то особо осталось. Дособираем утопы. У меня еще герой очень хороший, Мифала. Прям с нужный специалист. Поэтому. Сапоги у Галтрана, кстати, отжали. Тоже пригодились. Зергут Вальдерма. Так. Так, на меня напали. Волна смерти.
85. Мне даже мана не хватит его убить. Потом просто откупимся. Побежал вниз. Мне показалось, ДД было. Ну, мы сейчас вход перепроверим, но я вот увидел, он убежал. А, ну, если у него есть ДД, в принципе, я чего не исключаю. Ну, как бы, ну, что теперь? С одним ДД далеко не уедешь. Дороги не быстрые. Поэтому я спокойненько съем центр. Поэтому я не буду там торопиться куда-то. Можно начать демонить, загрейдить питов, отправить сюда. Да, да, что грязь демонения. Ну а что, можно, знаешь, заморочиться, сейчас загрейдить вот этих мужиков, купить вот это вот, деньги есть, купить мясцо в рампарте. И пошел тут. Ну, правда, тут нет, не особо есть об кого демонить. То есть эти скелеты, они даже не убьют вот этих бесов, чтобы их перерезать в демонов. Да и тоже демонить, когда у тебя вон полтинник уток, которых можно там подгрейдить. Тоже смысла нет. Не вижу смысла. Мешок золота. Девяносто один десять.
Что там он делает? Я такого я вообще не понимаю. Он уже, наверное, все должен был там зачистить. Кстати, а до какого числа там групповой этап? Понимаешь, конечно, все хорошо, но у меня там 10 минут времени. Время мне может понадобиться на более принятие, ну, на принятие более каких-то ответственных решений. Да, нет, пешком он убежал, нет там никакого ДД. Так. Да не дойдем. И это заберем. Так, ну хватает, ртуть сейчас наберем. Экспо. Лол. Исра. Ой. Фигня какая-то. Исра 20-я, да? 10-я. Значит, Пандора нормальная может быть. Ага, совсем вторым уровнем. Куда уж нормальнее. У меня, кстати, здесь нет земли, да, у Аделаиды? Плохо. Исры надо вниз проэтовать. А тут у него ГО простенькое. Понятно. Привет, сладыш. Такой читер. Да пошел ты. Так. Блин, а что-то забыл. 5 единички взять. Данж. Сейчас мы его, может, захватим даже как-нибудь с приростом. Багнутый значок. Ты в Питер припрешь какого именно числа? О! СНГ или... Или нет? Значит, надо было скелетов-то взять на единички. Что-то я опять затупил. Ну, как обычно. Ну, ладно, возьмем одну виву на всякий пожарный. С женой собрался. Нет, она не планировала. Мы это Тёма собирался с женой лететь, я-то нет. Ей неинтересно это. Так. 7 на 3, 2К. Thank you.
Не долечу. Так. О, удачку можно хапнуть. Какой мне навык, кстати, еще нужен? Нападение. Так. Ой, тут ГО. И таверны нету еще. Здесь. Так, а мне нужна сера еще. Две серы где-то взять надо. Так. Так, гильдия магов. О, дверь измерений. Вот это нам идеально подойдет. Привет, это уже не с рампом игра. Как-то закончилось. Ту я выиграл. Мы после сейва сразу я... Он передал мне ход, я запустил героя-разведчика и увидел, что он вышел и разогнался. Ну и армию перебросил. У него там было 30 единорогов с респа, 5 нычек. Ну, но на ложки они ничего не смогли сделать. Так, отлично. Мы отлично строимся здесь. Thank you.
Так. Угу. Выучили ДД. Так. Куда мне сейчас надо-то? Наверное. Ну, я сейчас буду здесь вот топы отжимать потихоньку. Это с Гризвольдом. Это игра с Гризвольдом была? Нет, это была игра. Как его звать-то? Оппонента. Dark 30 была игра с ним. Угу, так. Ничего, в принципе, особо делать уже нечего на карте. Сейчас соберем, будем пандорки собирать. А, еще может ГО про вот эти крылья может еще как-то отжать, попробовать. У меня, кстати, есть Аделаида с экспертным воздухом. Может быть, она сейчас телепорт изучит. ДД в смысле. Разобьем ее. Гундулой можно ДД изучить. Кстати, а может это... У тебя есть мувы? Мувы есть. Мы вот это выгоним из замка. А Мефалу сюда телепортируем. Так. Магии воздуха нету. Не по-моему давали, я отказывался. Может, Грааль откопать? Уберем. Лечение блага есть. Значит, исключаем их со свитков. А, пофиксили. Не могу теперь менять. Так, когда стоит строить портал в Инферно? Ну, портал в Инферно это такая уже штука, мне кажется, больше с жиру, чем какая-то стратегическая важная. Только, знаешь, если на какой-нибудь Excel-ке не можешь найти там городской портал, а у тебя там два Инферно где-то в разных концах карты, еще как-то. Ну, я вот на практике не встречал применения вот этого портала. Сейчас мы, наверное, заберем вот эту шапку и с помощью полета перелетим вот к этой утопе. В принципе, норм вариант. Вот эту, кстати, коробочку бы хочется забрать, потому что сильно уж хороша.
там value, как у ГО. Там, наверное, как минимум сидят гидры. Ну тут почему так получилось? Ну, болото нейтральная зона и болото центр. Соответственно, где очень сильная охрана, чересчур усиленные, там видно, что это неспроста. Походу, и до землю не подвезли, да? Сейчас еще вот эту тюрьму попробуем вскрыть. Может, там герой какой-то маг будет интересный. Помогал контролить. Сейчас загрейдим вот монархов. Все-таки крутая штука, как ни крути. Тут что, монархи, что ли, мешают войти? А, нет, не мешают. Сколько там? 1-4, 5-9. Кстати, тут вообще мяса так дофига, может быть, их действительно передемонить. Ну, это уже так, уже извращение. Может, кстати, уже есть смысл полететь его там накрывать. Тут, кстати, крутой какой-то герой сидит, 2049 нак охраняют. Надо будет ее забрать в тюрьму. Вдруг хороший маг с землей, с воздухом.
Как выигрывают любимчика, там 9 победителей, топ-1 за фракцию или один папашка? Нет, просто это обычный совершенно турнир, и выигрывают. Сначала идет групповой этап, потом схема плей-офф, дабл элиминейшн. Вот и все, один победитель. Башня нет, не выигрывала. Выигрывал ли Конфлюкс несколько раз. Рампорт выигрывал. Нет. Да, Рампорт выигрывал. Кастл выигрывал. Некр выигрывал. Два раза. Конфлюкс два раза. Данж ни разу. Башня ни разу. Стадель ни разу. Инферно ни разу. Как-то так. Так, ну что-то у нас как-то скучновато, тут все вроде ясно. Что-то тянет и тянет, уже давно бы закончили. Не знаю, что мне еще надо, альянс что ли собрать, что там это. Кстати, есть у нас обзор воздуха, такая магия интересная. Это я про нее забыл. Обзор воздуха здесь нету. А дома? Дома уже нету. Здесь. А в свитках? В свитках. Обзор земли только. Да, я думаю, мы не будем тянуть, мы сейчас попрыгаем его просто убивать. В самом крайнем случае у нас есть на откуп деньги. Ну, естественно, я вот эту заберу колпак, заберу утопу. Может, еще Пандор куда есть. Ну, может быть, вот эту вот заберу. И пойду... Пойду убивать. Смысла не вижу по игре. Это надо сейчас еще посмотреть отсюда, чтобы про это сразу... Через ДД забрать замок у него и все. Да тут гильдию построить сейчас, чтобы посмотреть, есть ли обзор воздуха. Че, кстати, у меня же нету этого поиска пути. Че он здесь шарится-то, Калх? Может взять вот это войско и попробовать пойти туда, ложков какие-нибудь повырезать. Thank you.
Интеллект, кстати, хорошо здесь зашел вообще. Маны не так много. Надо закрыть эфир. Что-то я вот даже про самое главное забыл. А, блин, ртуть-то здесь. Ну, ладно. Вот так-то лучше. Так. Поменяем. Угу. Блин, опять тактика тут расставляться. Хорошо,
А что такое ерунду, по-моему, все. Блин, блин. Ну ладно. Сейчас мы это надо мясом заправиться. Так. Чтобы под утопку был какой-то озерчик. Наверное, надо пополам делить, потому что иначе смешно совсем. Что, мы все мясо отдали? Да, и как-то это ладно, фиксно. Сандалики. Щит АУТБшный. Просто на самом деле педалить-то далековато до его замка. Тут где он может быть, вообще непонятно. Откуда ближе? Из данжа? Нет. Ладно. Вот. Это еще схавать может быть. Так. Thank you.
сделаем проще. Даже париться не буду. Что-то считать. Маны, что ли, жалко. Так. Кого уволить? Никого. Фиур. Ну, кстати, вот это неплохой герой. Мудрость, земля. Тут у нас сфера. Ничего интересного. Шлем АОТД, блин. Ну сейчас тогда ГО, значит, снесем. Ну, кстати, интересный ход. Ой, блин, как-то затупил опять. Нет, кирь не затерта, хорошо. Костяные драконы. Неужели зарежет? Нет, не зарежет.
Пробьем сюда еще. Блин, опять кир не выкупил. Ну сам виноват, дебил. Ой. О, отличная идея, вот так вот сделаю.
оппонент из игры вышел неожиданно. Васька не отвечает, что? Че, он вылетел, видимо. Так, сейчас посмотрим, что там случилось. А, ноут по вид загрузишь? Да, конечно. Чего бы нет-то. Нет, еще не вин, просто человека ноут завис, поэтому сейчас загрузим. Так. Нет, не тот. Где с Кингером? Последнее. Так, где все герои?
100% победа. Ну, я не знаю, что вот, я не понимаю людей, вот, которые вот так сидят до последнего тянут. Ну, ладно, своего времени не жалко, но ты время оппонента пожалей. Понятное дело, что я не знаю, у него там ни одной утопы, ничего нету, параметры там минимальные, что он там собирается делать. Не понимаю. Так. Вот этот вроде по времени был последний стоит, который мы грузили. Ага, он. Ну, в принципе, я даже немножко продумал, как мы будем действовать здесь. Ага. Все. Ну, сейчас у меня план такой. Я сейчас Аделаидой заберу вот это вот. И вот это вот. Вернусь с помощью портала и побежал мне фалы. Не хочу больше ничего делать. Сейчас надо проверить немножко. Мы долетаем до туда дверью. Ну да, долетим до сюда. Вот сюда перелетим. И вот это вот с помощью ДД заберем вот эту коробку. Если мувов хватит, я еще посчитаю, может быть, еще утопку прихватим. Но утопку, и мне вот это вот, почему-то вот это интереснее, как коробка. Вот героя что-то тут нету, тогда бы да, может быть, еще успели. Хотя, может быть, через тюрьму сыграть. Что ты хочешь найти в коробке? Войска? Элементарно. Мне больше ничего не надо. Параметры у меня и так неплохие. Ну как неплохие? Относительно. Не по 40, конечно, но я думаю, с вот такими параметрами я уж как-нибудь-то справлюсь. Мне просто войска на случай там какого-то, ну, нереального стека скелетов, там, хотя я не знаю даже, какой там стек скелетов, там мне даже 500-600 скелетов по рублю просто в щи. Ну, я просто к тому, что я ложком это все сделаю. И полетел Мифалой, прям спрыгнул и пошел до упора. Мне Мифале больше ничего не надо в плане артефактов. Ну, все есть, все вооружен. Ну, можно, конечно, чайник, да, но не факт, что он там будет. Так все есть, все, что нужно, все артефакты. Может быть, какой-то свиток. А свиток, опять же, что у меня есть? Вся земля у меня есть. ДД у меня. Что, все, что хочешь. Кстати, нету АОТД полного.
Этот есть, шлем есть, меча нет только. Делали все, что могли, чтобы помочь ночи. Но сегодня я встречал только работу, только доверение пальцев. Как все будет им делать далеко? Это может произойти. Единственное, где мы можем как-то путь сократить, это вот здесь вот ДД сделать вот так. Вот так ДД сделать. И пешочком пойдем по дороге. Здесь, по идее, хватает мне прыжка. Рейнджер, чтобы вот туда. То есть мы вот отсюда будем прыгать. По идее, там за глаза должно хватить. Прыг, прыг, забрали. Может быть, за джиннами что-то будет интересное. Забрали. Кстати, можно этот прихватить, сферу земли. Прям очень удобно. Так, где у нас миссис Фиш? О, и вот он, это вот АД, меч. Прикольно. Так. Не работает вниз, и не спеша выбрать. Что ж, хватит тебя нищенка. Мяка. Он на земле по каким-то делам. Не важно, а вот отлично. Что там сражаться? Все серьезно. Там он приучился. Там он прозрачил. Там он все перенимал. Так. Я говорю вам на тихо, да? Ароль, ты не контролируй, да? Это доступ. Миллиарда. Все, что тебе нужно, это подключиться к его. Качать данные с мозга. Не помню. Если мы не на ней. Результат идет. Хотя мы проверим данные. Я ждал, когда возник нет на мой счет. Данные не будут расслабить. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю.
Блин. Весь пятый этаж, да. А, вся магия, в принципе, вообще. Ага, ну не успеем утопку забрать. И поехали потихонечку. Так, все, вроде ничего не забыл. О, утопия. Вся земля на респе у чувака за дендроидами. Утопа не взята.
Блин, про сферу Земли забыл. Ай, фиг с ней, ладно. Сейчас проделал тот твой бой с девилами на ГО из грейженных сотов. У Аделаиды, кстати, есть Армагеддон. Можно было ее эфритами вооружить. Причем лохом забрал Пандору на всю землю. Центр какой-то нищебродский. Это какие-то беспонтовые артефакты абсолютно. Какие-то улев нету, утопы, ну две взял. Какой-то бред. Вот он в океал, там 9-10, утоп что ли какой-то бахнул. Thank you.
Там грыжные драконы. Немного потелепортируемся. Сансор воздуха есть же, мы всю магию выучили. Что-то я туплю прям, туплю. Так, вон герои тусуются здесь у него, здесь, здесь. И вот тут лошок. Здесь кто-то там тусуется, надо их просто проверить. Конечно, даже разбиться не об кого. Смешно. Thank you.
что-то не думал, что их здесь по 4, если честно. Ух ты! Виву мне снес. Ну вот они, его герои, наверное, здесь либо тусуются основные. Это герой. Герой так герой. Пусть, ладно, вот, сидим здесь пока.
Интересно, вот сам, ему самому не противно вот это вот играть расклад? Что вообще происходит? Вот, Андрюх, честно не понимаю. Оппонент видит, что я уже сажал весь центр, убил его главного героя. Что-то где-то тут бегает, что-то тут пытается найти. Он не сдается. Не понимаю. Да, на 1-2-5 должно было все закончиться уже. Когда я его Галтрана на разгоне здесь пойму, убил, пробив его ГО. Что-то он тут и ходит он еще по прям, не знаю по сколько времени. Центр какой-то бедный на самом деле оказался. Прям нечем поживиться вкусно. Один хлам. Да, любитель патра. Я бы уже давно картонки шлепал, а не занимался этим бредом. Вот то, что я сейчас с ним играю, это вообще ужас. Думает, что я не это, не реализую расклад, ну, не знаю. Я еще вот герой есть.
Ну, тут, я не знаю, тут дня два, наверное. Сейчас я припрыгаю к нему, ну, я накрою его где-нибудь. Надо было только Адалаиде больше маны дать. Это как-то маловато. Артефакты на ману ей повесить. Все равно не пользуюсь. Сандалии. С Аделаидой разберется здесь. Утопу не взял. Книга земли. Ой, не книга земли, Пандора на всю землю здесь лежала не взятая. Чем он тут занимался? Он даже вышку здесь не достроил. Он в центр даже не вышел? Нет, не вышел. Он стоял вот здесь вот перед ГО. Я пробил его ГО и убил его Галтрана. То есть не просто, что он прогнал, а именно убил его. Забрал у Галтрана сапоги. Честно, мы вот потратили реально несколько часов просто лишних. В океал он на разгоне. Мы сейчас примем. Клава где-то бегает. Блин. На всякий случай возьму. Армагеддон на 600. Наверное, не надо. Хватит на 400. Где у него герои-то? Тут герой, тут какой-то герой, тут какой-то герой, тут Вакиал.
Герой, тут герой, тут герой еще. Сейчас проверим вот этого, наверное. Или пробежать по дороге. Наверное, по дороге пробежим. Тут лошок. Мимо. Значит, вот он, Клавио, где-то здесь бродит. Мы его и накроем. Клавиус приехал. А, у него красный шар. Неужели АОТД собранный? Нет, АОТД нету. Ты забей. Нет, мне еще денег дал, чтоб армию. Да бред какой-то. Откупился. Ну конечно. Да, откупился, реально. Успеем бегунаром. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять, одиннадцать, пять назад. Может быть, а книги воздуха у нас нет. ДД не сделаем. Это бред какой-то, блин. У него вот тут замок еще, если он сейчас здесь выкупит, кстати, наверное. Здесь замка у него второго нет, или он его сейчас возьмет. Бред вообще.
Вот так вот сделаем. Может, не хватает до одного арта, да у меня у самого АУТД есть. Если он сейчас не покажет АУТД и что-то там прям страшное, я могу сбежать и собрать свой АУТД. Сбежать он еще не может, потому что затрет. Ну, после такого, мне кажется, он просто обязан сдаться. После резиста такого папского. Блин, почему мы теряем время, а? Ребят, ну объясните. Ну, посчитал, да, теперь будем, теперь играть будем. Нормально. Да, вот это война.
Убил Виверну. Сейчас меня ждет еще какой-то метеоритный дождь. А он думает, что он самый умный, да? 110, 100. Ну, да, председат. Да, аллилуйя. Неужели опять дисконнект? Ладно, ребят, всем спасибо. Утомил он меня. Зато меня из турнира не выгнал.